us that, in their words, of course, it was Ukrainian shelling. Right now, we are near the center of Donetsk, and today the authorities of the Donetsk People's Republic are going to be displaying a statue in remembrance of the singer and Russian deputy member Joseph Kobzon. He was given the honorary citizenship of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic, and he's been known to really be a advocate in war zones. He was performing in Afghanistan during the war in the 80s there, and he also performed in Chechnya during the war there, and Donetsk and Lugansk. And today the Donetsk authorities are going to be opening displaying this statue here in remembrance of him. Many of you know that just last year he died at a very healthy age of just over 80, and the people here of Donetsk are going to remember him. He, through the years, received many awards, both from the Soviet Union, Russia, and Ukraine. And he was a real advocate for the freedom of the Donetsk People's Republic and the people to say and vote for what they really want, how they really wanted to break away from Ukraine. He himself was born in the Donetsk region, where he was born is under control of the Ukrainian forces right now, and him himself, after singing in Donetsk, was told by the Ukrainian government that he's not allowed in Ukraine anymore. This is where he was born. He basically told the Ukrainian government that they could go shove it. He didn't want any more of the awards from him. He asked them, please strip me of all my awards here, because I should have to deal with a country full of fascists, as he said. So the people here in Donetsk, again, are going to remember him, and he was looked at in the Soviet Union as Russia's Frank Sinatra, and this is how the people are going to remember him. So now we are going to see this statue displayed, and the people here remember him. И ему греха не В день Героя Отечества, чтобы почтить память и открыть бюст народному артиста Советского Союза, народного артиста Донецкой Народной Республики, героя Донецкой Народной Республики, великого уроженца Донбасса Иосифа Давыдовича Кобзона. Он не брал в руки оружие. Его оружием было его творчество, которое вдохновляло, воодушевляло на новое свершение целое поколение. А еще, как меценат, он всегда помогал детям и старикам, своим обездоленным землякам, которые попали в тяжелейшее положение из-за нынешней гражданской войны. Огромен его вклад и в борьбе за нашу независимость, равно как и вклад в становление и развитие культуры и Донбасса, и Российской Федерации в целом. Иосиф Давыдович поистине был личностью планетарного масштаба.
Слово предоставляется главе Донецкой Народной Республики Денису Владимировичу Пушилину. Уважаемые земляки, сегодня мы открываем бюст герою Донецкой Народной Республики, нашему уроженцу, уроженцу Донбасса и действительному другу Донбасса Иосифу Давыдовичу Кобзону. Нам всем известно, что этот человек был выдающегося таланта, но для нас, наверное, более ощутимым, более понятным, конечно, было его великодушие. Человек, который не боялся и обратил внимание на нас, на свою родину, на жителей Донбасса еще в 2014 году, когда здесь было очень-очень опасно, когда здесь стреляли, здесь можно было погибнуть, здесь можно было получить ранение, он приезжал и поддерживал. Поддерживал морально, поддерживал своим творчеством. И мы помним те концерты под обстрелами. Это все было, и это все навсегда останется в нашей памяти. Мы помним его знаменитое «Я люблю тебя, жизнь». Это то, что стало для многих девизом и позволяло справляться с различными трудными ситуациями в жизни. Ну а его песня про победу, про День Победы, конечно же, она отзывается с особым трепетом у нас в душе. Особенно, наверное, сейчас. Он всегда останется с нами. Он всегда останется в виде его творчества. Он навсегда вошел в историю. И это наш земляк. Вечная слава нашему великому земляку. Спасибо, Денис Владимирович. Да, действительно, Иосиф Кобзон был больше, чем просто артист. Его жизненный путь – это яркий пример того, какую память о себе может оставить поистине великий, героический человек, смелый, мужественный, каким и был Иосиф Давыдович. Ведь он, как уже отметил Денис Владимирович, в самые трудные времена был здесь, приезжал в Донецк даже в те дни, когда город в буквальном смысле содрогался от обстрелов, и когда его помощь была особенно ценна. И вот сейчас мне бы хотелось предоставить слово человеку, который также был и остается с Донбассом. Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, координатору Интеграционного комитета Андрею Дмитриевичу Козенко. Добрый день, дорогие друзья, дорогие дончане, дорогие мои земляки. Сегодня очень трогательный, волнительный момент. Вообще, это очень трогательно отдать дань памяти такому замечательному человеку, человеку-легенде, как Иосифу Давыдовичу Кобзону, творчество которого было пропитано любовью к родине, любовью к родному краю, патриотизму. И, знаете, мне посчастливилось знать этого человека еще с другой стороны, как политика. Он как политик, очевидно, понимал, где его родная земля и что он должен быть всегда рядом. Самые сложные минуты, самые сложные часы и дни Донецкой Народной Республики, Донбасса. Поэтому сегодня мне искренне, я искренне рад, что сегодня мы открываем этот бюст, бюст этому замечательному человеку. И это тревожные, волнительные минуты. Сегодня я хотел бы поблагодарить всех жителей Донбасса, от близких, от родственников Иосифа Давыдовича. Я бы хотел зачитать приветственный адрес от вдовы Иосифа Давыдовича Кобзона, Нинель Михайловны Кобзон. Уважаемый Денис Владимирович, уважаемые жители Донецкой Народной Республики, выражаю вам огромную благодарность за трепетное отношение к памяти и установку бюста герою труда Российской Федерации, герою Донецкой Народной Республики Кобзону Иосифу Давыдовичу. Шахтерский край был дорог для Иосифа Давыдовича с детства. Он уважал горняков и считал, что их труд самый опасный, самый тяжелый. Он с большой радостью приезжал на свою родину, любил Донецк и всегда восхищался красотой города Рос. В нетяжелых испытаниях Иосиф Давыдович был рядом со своими земляками, поддерживал их боевой дух и патриотический настрой любимыми песнями, которые звучали в концертных залах и на передовой.
Нинель Михайловна просила зачитать меня эти слова и низко поклониться всем жителям Донбасса. Знаете, у Иосифа Давыдовича есть очень хорошая песня «Пока я помню, я живу». Вот давайте мы будем помнить об этом человеке, давайте будем помнить и будем жить. Спасибо. Цветы от депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, координатора Интеграционного комитета Андрея Дмитриевича Козенко. Возложить цветы почетных гостей.